и исполнила очень хорошо. Надо будет посмотреть, что именно ей не засчитали, потому что там да, же... Да, конечно. Они же, по идее, ставят не то, что одну выше, другую ниже, просто у считают элементы. У нее был лут-тулуп. Ну да. А как он? Елизавета Туктамышева на льду. Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина и Светланы Веретенниковой, тренирующаяся сейчас в Санкт-Петербурге. И в Глазове. И сами в Глазове. Они из Глазова, да. И Веретенникова, и Лиза. Жаль, что Лиза упала. Но на тренировке тоже кое-что срывала. Просто так в попыхах как-то зашла. Очень прибавила в катании, очень увеличила скорость продвижения. Вот. Ну вот я говорю, девчонки еще не отошли от финала Гран-при. Она была вторая на финале. Еще с недокрутом. Вот. И прибавила в катании, нечего говорить даже. Но вращение еще остается не самой сильной ее стороной. Но видно, что они над этим много работают, потому что она совсем была не растянута. Ну, для... по-хорошему так, знаете, чтобы нога легко шла. Вот. А сейчас у нее, я смотрю, что есть вращение, она стоит, но нет такого разнообразия во вращениях. Вот. Ну, молодец, стоит по 8 оборотов. Она умненькая очень девочка и хорошая девочка. Вот они... Сотникова, она... Знаете, вот эти девчонки... Очень хорошие. Агафонова. Хорошие маленькие еще девчонки. Это Лепницкая. Будут
будут, работают у профессиональных, настоящих тренеров. Мишу ну прям не везет на этом чемпионате. Вчера его попадал. Он сегодня ходит с фотографией, хотя и так видно, что он упал на левую ногу очень сильно. Вот. Я бы такую фотографию никогда не держала на память. Вот. Ну, просто вот, ну, жаль. Она немножко, Лиза, она немножко срывная на соревнованиях. Она всегда что-нибудь да пропустит. Но она вот здесь сделала на тренировке, пыталась сделать 3,5 акселя. Вот если, например, Сотникова сейчас вот учит прямо на старте, да, учит вот Лутц Ридбергер, и она, конечно, его будет делать уже на чемпионате мира среди юниоров, это ясно, и на первенстве. Это очень важно. Это очень важно сейчас это вычти. И она весной учила аксель, у нее тоже очень близко. То Лиза здесь падала, но делала вдокрут. Это тоже время.